как-нибудь попробуем узнать, Дэн ли это или нет. А что-то спросить. Нет, Дарина, сильный только вы. Я, спасибо, конечно. Ну, спасибо, но все равно, мне кажется, да. Все сильные. Очень все. Прям все. Прям все. Прям все. Все. Блин. Все. Все. Нелли, какой у тебя рост? У меня рост 149-150. А у меня 144, хотя мы с ней одного роста. Ну вот встань. А че ты встаешь на цивочке? Не вставай на цивочке, я тоже на цивочке люблю встать. А, волоши. Давай, на цивочке. Давай, мы сейчас встанем. Раз. Подожди, стой. Не вставай. Раз, два, три. Ну! Блин, волосы в салат. Вы общаетесь с Роксаной? Да, она очень хорошая и добрая девочка. Ты так сказала? Даня выше. Вот это обидно. Сколько вы весите? Может, 29. Я 27 вешу. Когда эфир будете заканчивать? Ну, когда мы доедим, допьем и пойдем. Вы дружите с Аней Филипчук? Конечно. Да, я дружу, она очень хорошая. Я тоже. Данелия, сколько весишь? Я вешу 27. Когда «Голос дети» будет? В следующем году, по-моему, да? Ну да. Да нет. Да, не, в следующем году, ну да. Сказали, в следующем году. Капец, пишут. Сохраните эфир, пожалуйста. Нет, мы, наверное, не будем сохранять эфир по уважительным причинам. Давай туда. А, ну ты давай ешь быстрее. Ты не видишь, ребенок после тяжелой работы проголодался. Вам сколько лет? Мне 12, ей 11. I said, ты есть ТикТок? Да, мы обе есть в ТикТоке. Вы отличница, ты отличница? Да. Я тоже отличница. Волнуйтесь перед финалом? Да, я очень, если честно, волнуюсь. Я бы не сказала, что не очень. Ну, есть, конечно, легкое волнение, но мне кажется, если... Чем меньше волноваться, тем лучше, потому что волнение — это очень плохая штука. Просто тупик. Я не хочу, чтобы видели мой живот. Май, ты чё, горячий чайник к моей руке? Ой, в другой руке микрофон держишь. Ну и что? Это не значит, что другую руку можно мучить. А, у меня 18 июля день рождения. Планируете покрасить волосы? Да, давай. А у меня 7 мая. Ну, 7 мая, если нормально сказать. У меня волосы покрашены, и мне очень нравится, когда я блондинка. Прям очень нравится. Тебе сделали комплимент. Чай пьешь, как казашка. Вот видишь? Да, я пью чай, как казашка. А я как украинка. Вот это слишком оригинально. Знаешь, Ирина Данилова, да, я с ней общаюсь. Она очень хорошая и неправда. С Ириной общаюсь? Да. Я, кстати, ее видос смотрела. Мне чем-то она напоминает тебя. Меня, мне все так говорят, но мы с ней вообще не похожи. Общайтесь с девочкой из Мальты. Мы со всеми общаемся, и я общаюсь с девочкой из Мальты. Она очень крутая. Да. Элла... Мы со всеми общаемся, ребят. Прям со всеми. Но мне больше всего понравились кудряшки. Помнишь, Италия? Боже, у нее такие кудряшечки. Прям. Знаете, к ней просто подходят, вот так вот трогают ее волосы. И я даже... вообще, я бы, наверное, всех уже разнесла, если бы мне каждый раз трогали волосы. А она так, типа, спокойно реагирует, так, типа, посмеется. Вы делаете маникюр? Я не делаю. У меня вот такие вот ногти, а у меня типа, довольно... короткие. Короткие, вот видите. И короткие. Это очень удобно. Особенно я не люблю, когда у меня длинные локти, и ты моешь голову, они как-то сгинаются, прогинаются, и это вообще неудобно. Сгинаются? Да, сгинаются.
А почему изгинается? А как по-русскому будет изгинается? Сгинается. Нет. Да? Нет. У вас какой-то... Загинается. Ну, у нас не загинаются. Ну, я поняла. Сгибаются. Ну, ну сгибаются, а не сгинаются. Сгинаются. У тебя крашеные или осветленные волосы? У меня осветленные и тонизирование я делала. Мне очень нравится цвет, который у меня сейчас есть. Цвет красивый. Кто экран закрыл? В смысле? Будешь петь Stone Cold на видео? Нет. Если со скольки лет поешь? Я вообще с рождения пою, но профессионально начала вокалом заниматься 2 года назад. Нелли, слушаешь 91? Я не слушаю, но я знаю 91. Уже зачем волосы красить? Ну, если человеку нравится, зачем его осуждать? Я не понимаю. Ну, в принципе, да. Все-таки это как надо, девушка всегда должна чувствовать себя уверенной и знать, что она красивая и нравится себе в первую очередь. Это очень важно. Да. Ну и, во-первых, если это решение окончательное человека, и не вылетели нужно это тонкий... Осуждать. Ой, блин. Тримай. Вот это я представляю, сколько он это почерпнул. Вылетели это тонкие искусство пить чай. Тут нужно думать, как поднять чашку, или очень как дипломатично важный вопрос. Да. Не спорьте с Данелией. Да, Данелия — это президент, с ней нельзя спорить, потому что она главная. Какого цвета чай? Чай цвета красивого. Какого именно цвета? Привет. Ты смотрите, видите? Красного. Волосы не зубы отрастут, да, я тоже так считаю. Но мне правда очень нравится, когда я блондинка, я очень такая, по мне, красивая. Даринка, ой, красивая, такая. Видите, у меня следы от сердечек остались. Да, от поцелуев. Чай цвета нашей жизни. Да. Да, кстати. Давайте прогуляемся, покажем окрестности. Мам. 5 секунд, мы покажем отель, окей? Мы покажем окрестности Виктории. Это 5 секунд. Ну, Наташа! Все, ребята. Давай, ты меня будешь снимать или я тебя буду снимать? Давай. Окей. Смотрите, вот это ресторан, вот это дверь. Поздоровайтесь, это наш эфир. А вот это выход из ресторана, это прям очень гениально. Вот Пока что мы не нажимаем, мы же там должны показать. Мы нажимаем кнопку, и лифт едет. Он не едет, Дарина. Видите, сейчас он откроется. Все, давай, до свидания, Дарина. А он наверх едет. Да. Поехали дальше. Что я могу еще? Поехали. Пойдемте вот этим ходом. Пойдем. Сюда можно? Здесь лифт видно. Зацени. Круть. Ну, короче, ребята, это очень круто. А вот холл Виктории Алин. Вот такая вот красота. Пойдем. Вот очень много флажков. Да, очень много флажков. Прям очень много. Теперь давай я. Окей. Едь. Это я. Ой, только... Ой, давай, переворачивай. Как раз спрашивали. Привет! Хорошо, прекрасно, как ты? Хорошо, ну сегодня приехали, заселились, Круто, да, мы уже освоились. Держи. Это наш эфир, мой точнее эфир. Вот, вы ее искали? Вот она. Всем привет! Круто! Давай, удачи тебе, до завтра! Что? Мы на 7-м этаже, она на 4-м этаже. На 4-м, на 7-м. Да. Какие номера? У меня 710, у нее... 418. 418, 710. Хорошо, у нас 10-й этаж.
10-16. А, понятно. Самый понятно. Спасибо. Нелли, у тебя 10%. Слушай, давай ты зайдешь в лифт и лифт закроешь. Нет, пойдем как лифт. Satisfaction. Стой, подожди, подожди, не закрывай. А что ты делаешь? Ты же хотела, чтобы это было эпично. Привет. Мы едем на 7-й этаж. Посмотри наверх. Давай на самый последний поедем. Ну посмотри наверх, ну да не. Чисто. Здрасте. А вам нравится это? Да. Это было слишком круто. Давайте спросим мнение об А давайте спустимся на 4-й этаж и посмотрим, как там происходит движение в жизни, что там, как там. Согласна с тобой. Вот. Счастливая. Подожди. Да? Да. Ты тырец. Поэтому... Надаль, посмотри в камеру. Смотри, вот так. Вот там очень красиво. Не видно. Вон туда, покажи вон туда. Смотрите, это так подсвечивается наш отель. Да. Разными цветами. Мы на 4-м этаже. А можно я теперь побуду ревизором? Да, давай ревизором. Это специально для тебя. Давайте проверим газету. Вечерний Ургант. Вот он, Ургант. Чисто. Чисто. Картину проверь. Хорошо. Картина чистая или нет? Давай, проверяй. Быстро, у тебя контракт. Проверяй быстро. Че как? Чисто? Грязно. Грязно? Да. Вот видите, картину у нас не моют. Хотя нет, палец чистый. Давай теперь. Вот, смотрите, здесь окно, которое... Вот здесь проверь. Хорошо, давай. Открыть. Не, пробуй, вот здесь просто пальцем проведи. Я поняла. Надо было сесть. Чисто. Прекрасно. Пойдемте дальше, я вам покажу окрестности, где находится мой номер. Попробуйте меня догнать. А в твоем номере чисто? Чисто. Можешь просто подержать немножко, у меня шнурки развязались. Да, давайте посмотрим, как Данелия Тулешева завязывает шнурки. Смотрите. Это слишком идеально. Итак, тогда. Это твой? Нет. Чисто. Чисто. А, кто-то... а вот все. 210 уже было 700, сейчас 210. Едем на 1-й этаж. Мамы нас потеряли. Смотрите, магия. Все. Становись в самый конец лифта. Сейчас okay. Магию покажу, смотрите. Сейчас все равно, наверное, не будут ловить. Вот. Давай быстрее. Вау. Вау, вау. Сейчас ловить не будет, наверное. Чисто. О боже, мне плохо. Чисто.
чисто. Все чисто. Прекрасно. А нам, они уже уходят. Они уже уходят.